будет фонд Держмайна оплата, естественно, ага. ну и надо что-то придумать, что-то, чтоб нам. Не вопрос. Давайте так. По аренде. Да. По тому, какая. Я вам. У вас есть WhatsApp? Есть. Я вас наберу сегодня. Чуть позже. Да? Если можно, да. Я наберу и вам скажу. Я понял. За три, которые есть бассейны, да. Нам плюсом 5000 в месяц. Если вы согласитесь, посчитайтесь хорошо. Если так удобно, то я всячески буду развивать это, и мы будем, я думаю... Алло. Смотрите, получается, три бассейна, каждый по 5. Я понял, в да. В этом плане. Я... Как правильно, за объект или за бассейн называть? Ну, вообще... За бассейн? Да. За бассейн. Значит, за, получается, 5 бассейнов. Давайте начнем с этих. Пока. Не вопрос. Я могу сразу отдать. Чего? Давайте с трех. С трех. Которые мы сейчас... А потом будем дальше думать. Сколько это будет? По 9 месяцев останется? Да. Три. Прикинь. Правильно? 9. 140? 35. Нет, это один. Что я? Не. Смотрите. 5. У нас их 3 сейчас. Да. И 9 месяцев. Угу. А там 135. Угу. Правильно? Все. Не вопрос. Так что это третьего это на стороне нейтральной или как? А может даже вот прям тут. Удобно будет? Не вопрос. Так вот. Thank you.